Так, короче, Асус, мы с тобой берем арту. Сейчас скажу. Можно мне на общих, на центр? Давай общий на центр, только не за руин. Постараюсь. Мадник с Рейденом идут направо. Принято. А Свен с Кайлым Дауном идут налево. Берете мотострелки, те, кто идут Даун, то есть. налево. Я думаю, все берите мотострелки, те, кто на земке. Не надо там. Скрип. Не забываем, БМПшки не сливаем, там у них пехота, высаживаем в нейтральной территории. Вот. Те, кто не в курсе. Что мне делать? Какой ник? Саша 28. На, смотри, берешь бригаду мотострелков. С тобой идет кривой рог. Вот. Берете мотострелков, идете на левый фланг. Мы со стороны синих. Правая карта. Ага. А, подожди, не правая. Наоборот. Наоборот. Мы красные, левая карта. Вот видишь, пятая точка, шестая, седьмая. Вот. Ага. Короче, пятую, шестую вы обязаны держать, а если получится, штурмуйте седьмую и лес займите, который вот идет между шестой и седьмой точкой. Понял. Если шел, ну, короче, сразу, наверное, в лес, а потом уже. У нас кривой даун тут, типа, он, ну, в курсе, что, ну, какую поддержку, ну, что ему поддержку нельзя брать. Потому что я думаю, Я уже вы объяснил встретите ребятам, зиму. я сказал, берете бригаду мотострелков. Перед тем, как выбрать, если не знаете, как мотострелки выглядят, наводите на иконки внизу, и там такой, ну, текст пишется, типа, где Подсказка мотострелки. будет. Да, подсказка, короче. Это для тех, кто не в курсе, просто. Перед тем, как тыкать. А то смена бригады это не быстрый процесс. Асус, какой хочешь фланг контролировать? С Рейдану с Мадником помогать справа? Или новичкам слева? Давай слева пойду. Давай, я тогда опытным парням помогу. Короче, у вас там по-любому на наромеш будет правый фланг. Вам главное держать наши точки, которые есть. Вот. Асус, ты, наверное, возьми бардак, ближнее захвати, что там есть. А, блядь, что захватывать-то тут с этим режимом, я забыл. Так. Брать мотопехоту, да? Да, мотопехоту берите, ребят. Тут как бы точек нет, тут территории. Главное больше пехоты. И танки, если чувствуете неуверенные, как бы не рискуйте там ракетами, пробуйте на большой дистанции. Асус 160. сказал. Меня ожидаем сервера. Не просит, да. Ну, тебя пишет производ, ну, что Да тебя дроп. сервак лагает. Понятно, сказал. Опять. Интернет украинский, что ты хочешь? Это оправдание, блядь, сейчас. Какой тебе интернет? Хоть есть, блядь, хоть не в Африке живем. Вот сейчас, блядь, я попал. Тупо, да, бегал бы черную жопу и нахуй. Да я и так Душил бы черный, любого. блядь, потому Жду что это Донбасс. задание. Будет исполнено. Жду задания. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Будет исполнено. Жду задания. Buddy disconnected from your channel. Buddy joined your channel. А я сказал, Рунус. Buddy,
Не лезь, не лезь, да, еще. Сейчас тебя блять. Ребят, право занимайте, пока Ромеш подходит сюда. Жду задания. Ужасно все лагает. Ну, есть такое, да. Ребят, ПВО берем, ПЗРКшников как можно больше. АГС и всякие тащить вам будет легче. Можно помочь этим мужиком? Я на общих не могу. Ну, бери вторую. Хочешь, я тебе D30 смогу дать? D30 надо? Чуть попозже. Что у нас тут за пиздец левая? Не знаю, ребята, больше пехоты. Рауль. Вы вообще в курсе, что вы нажимаете на вкладочку свою, которую вы выбрали, и там техника с пехотой есть? Мужики знают только режим, только танки, блядь. Заряди ты удар, блядь. Нихуя ты, Санч. Да, я понял, я тунгуску уже вызвал. И бук вызываю. Сука, получаешь! Ребят, больше пехоты. Да, у вас пехоты очень мало. Если не можете дальше, хотя бы деревню оккупируйте и потом новыми силами дальше двигайтесь. Ура! Так, пехота. Ребят, самый крайний кусок справа закройте там от... Попытался. Понял. Да, чтоб там Ромеш не прополз и не подсветил. Пытаюсь держать. Сейчас еще. Ребята, больше пехоты, у вас пехоты мало. Вот сюда снайперов каких посадить, еще что-то. Пацаны с левым фаном поможет. Тебе помогу. Тебе артиллерия помогает. Вы бета тормозите. Там майк дальше. Душит, душит, мужик. Да фугасом по нему. Сбил. По букву. Блять, не успел. Мало по танку, спасибо. Ну ладно, ПВО у меня есть. Но я его тоже сбил. Ребят, сюда ПЗРКшников, стрелы. И бинокль справа берите, светите и пробуйте дальше продвигаться, я вам буду пеху выбивать. Подсветите здесь калоши было, я смогу ее выбить, наверное. Лол. Ну, види. Это я его сбил, все. Ты сбил его, Асус, да? Крутой. Не, его сбил крутой. Он, блядь, бомбы скинул, пидор, блядь. На, блядь, сука. Так лох еле живой, блядь. Так, у меня бук через, блядь, 6 минут. И не нас, сможешь P-37 взять? Возьми что-нибудь.
Тут опять что-то приезжает. Сейчас я по нему долбану. Все нормально. Да. Ситуация пока не такая плохая, так что больше пехоты. Вот. Я уже чистил. Ну справа отлично. Самолет А-10. Будет выполнено. Сейчас еще справа буду помогать немного. У на меня, ребят, ПВО побольше. Блять. У меня на 4 расчета. Так тунгуску разверни на него, блядь. Там шилки на блядь. Ладно, я пока без артиллерии беру хоть D-30. Что ты делаешь? Да ну что бывает. Ребят, сюда пехоты побольше, кто может подкинуть. Я еще радар вызвал. Ребят, справа сейчас помогу, поубиваю. Только... Да, сюда стрелу поставьте, десятую. Справа. Жду задания. Эту штуку я сейчас выбью. Это выбью. Авиация слева. А слушай, бук не мешает забор. Слушай, бук с горы плохо работал у меня. Сейчас я попытаюсь его выйти. ПЗРК берите, стрелы, левый фланг тоже касается вас. Одну шилку можете поставить от пролетов. Ставлю. Только на ней радар надо выключать будет. Сука, летит. Ну что это такое? Как эта хуйня работает? Объясните мне, блядь. Не знаю, у меня он сам работал, но я не успел, я что-то не одумался. Радар выключить. Ребят, сейчас выбью, разворачиваю D-30. Держать направление! Так, живем. Ревенж, блядь, корей, живи. Я живой, да. Я еще не буду сотому. Иди! Ну! Сука, не правда. Бесполезно. Сука, шил закончил. Вот там джавелинчик, ребят, сейчас выберу. Сука, зай. Сначала калошу уберу. Сейчас я калошу убежу. Не надо, не надо, у меня арта, я... Да уже. А где джавелинчик? Ой, хорош, красавчик. Вот он. А я даже Брэдли убить смог, нихуя себе, очень полезно. Не, только вывести из строя. Слабый Брэдли, слабый Брэдли. Прикройте меня! Не шел, не шел.
били. Вот, побольше ПЗРКшников и нормально. А че вы танки тут держите, блядь? Идите Абрамс убивайте. Да, ребят, это... Надо прям так бояться. С тобой не рисковать. Если не рискуешь, не потеряешь там. Ну, да, типа логично. Кто Абрамс ебет? В смысле, у тебя танки? У тебя танки есть, ты чё? Видел танк, что кто поможет тебе. Понимаешь, что мне вообще, ну, просто танки здесь нету, я не прошу, чтобы мне помогали, блядь. Я тебе не прошу. Они идут. Задание принято. Ребят, с пехой помогу, с танками не знаю, сложновато будет. Там все-таки против арты или пехи. Ну или авиация. Второй четвертый перенести огонь на новую цель. Живем? Не, не вывозит, не вывозит пока вообще. Больше 6 на 6. Мужик с танка убьешь его? Не знаю. А уверенно убиваешь, если ты попадаешь. Летит за луп. Да сколько у него самолетов? Уже два штурмовика сбили. Да ракетку у него пустили и все. Ситуация не такая плачевная, как кажется. А, все. Если я АГС возьму, то тайнер на стороне. У меня второй танк справа. Я работаю, но вряд ли, что танк не слышишь. Нет, не согласен. Танкистов убейте, да. Где проход? Все. О, хорош, ты ему поломал. Сейчас мой еще снаряд. О, хорош! Хорошо. Там еще третий танк. Да, их надо добивай, вот это добивай, у него пушка сломана. Там у него перезарядка идет. У него сломана пушка. О! Очень лагает. Сейчас фугас, дай пофиг, работаем. У всех лагает. У него конец, добивай его нафиг. И там рядом еще один недобитый, сзади него. А в НЛД стреляй ему, или под башню. А, все, он все. Лопнул. Добивай вот этот. Вот этот на починке. Он далеко. Боже, у меня же есть, блядь, лучшее оружие Второй мировой, блядь, только я тебе.
Сейчас я этих рейнджеров попробую выйти. А, да. Сначала калоши. Это долго самолетов, кстати, не было. Ну все, он все потерял. Ну, 35-й летает. Это вертолет, ребят. Есть что-нибудь? Ебать, лагает нахуй. Сдох. Да мне два ну, блядь, а у меня два вставить. Что ты, блядь? На что ты рассчитываешь? Ребят, танки, кроме вас самих, из-за вас никто другой не выйдет, а союзник не поможет, который рядом с вами играет. У вас там БМП-3, 90-ик, 80-ка, о боже, я Абрамс. Этот слабый Абрамс, его легко выбить. Забирай, блядь, забирай нахуй. Я поэтому долбанул сейчас. Сейчас прилетел, блин, не долетел. Ох, сейчас я тебя заряжу по тому страйкеру. Если бы бать была нахуй дальность 5 километров, давай. Бля, я пишу, что ты подъехать разъебать его, у тебя же дальность 160. Тут если что, дальность 5 километров. Вот и 145. Хорош, у него бока выгорел. 104. Ну, справа они не пройдут, надо слева пробираться. Не уехал, да? Так, а я торнадо сейчас возьму. Ребят, куда этот пакет могу дать куда-нибудь? Всё, давай. Постреляй перед смертью. Да, бортом постреляй. Я корнет взял. Ромеш перевернулся. Правильно, жопа разворачивайся. Ну нам надо лево подавлять. Смотри, ничего не будет делать, но вообще вообще ничего. Чей под танком. Забирай, я не хочу. Забирай. Да все, да все. Не хочу. Все, хочу. А, я оказывается ни одного охрана. Я потом заберу. Что, я буду да, забери потом. Там вроде ПРР ракеты, по-моему. Прикройте меня! Зарядить бронебойный! Ситуация неплохая, но мы стоим на месте, вот в чем дело. Центр танк, я его ничем не могу убить пока что. Жди корнет, не бери танковку другую, не скидывай. Я взял корнет, но он только взял. Ну вот, жди. Море счастья. Я не хочу жить, у меня гранатомета нет, он меня это убьет. Я хочу жить. Он вам. Что, на вас? В ваших интересах, ясно. Второй, четвертый перенести. А, у меня только АГ пришел, и тот он сейчас. Вертолет справа, ребят, козырька готовим. У меня бог не скоро будет. 8 секунд авто, ребят, такого еще не было, да. И F-16 летит. Мужики, на вас танк заходит, на его план. Ну, блядь, нету танков у вас, или ремонте. БМП, блядь, ну ладно. Сейчас у них точно не будет. Подожди. Жду задание. Мало ли, как это будет,
Блять, ребят, ну Абрамс проехал. Пиздец. Сейчас мы. Моя попала, я сбил. Да, где? Жду задания. Может, выстрелишь ему в корму, блядь? Что вы было, блядь? Не, блядь, не приятели, я даже там в корму смотрю. Шилка, давай, я верю в тебя. Шилка дал нас бить. Да. Блять, тут проебал. Прикройте меня! Ребят, ну я зачистил, пробуйте там за горы спуститься справа. Там вредно теперь, но это уже с вашего фланга. Прикройте меня! Пробую, Санчес. Сейчас подождите, отстреляю полностью все, чтобы вы под огонь свой не лезли. Сразу на Абрамса лечу. Там поздал. Да текай! Хуя он стоит, бля. Все, лечу, лечу, лечу. Ебать по нам хуярят, бля. Добротно, сука. Да, сложно. Что ж такое, что ж она производитель искать? Не знаю, уебал. А ты откуда, братишка? Слышишь? Что? Вот этого выбейте гранату сюда, киньте. А откуда? Противник впереди! С Украины, да, я так слышу. Кто? Ты? Кто? Да! И откуда ты с Украины? С дома. Как относишься к Донбассу? Я там живу. Ну, ты где? На русской территории? На нет, украинской? На украинской. Ты за кого? За украинцев или за русских? Ребят, я сейчас обоим... Чабан придет, алло. Да. Израильно. В смысле? Я брат. Без смысла. От политики ноль. Ты лучше играл бы на общих. Я просто не хочу обидеть ни... русских, не украинских, никого. Реванш. Мы все одинаковые туда, люди лезешь, и понял? Все тоже. Почему так борзо сейчас ко мне разговаривает? За что? Вася. Ой. Нормально базарим. Ребят, скоро бук будет. О, сейчас бук беру. Бук, ебать, мне надо, сука, уебать, он еще живой, но ебать, я Абрамса расхуел. Блин, он меня добил, ребят, у него, блин, ударник 35-й. Жду задания. Он не хочет по нему стрелять. Так, у меня тут справа 3 Абрамса. Заебись. Да что, блядь, у меня теперь вообще никакой арты нет. Ой, что ж мне брать. Ребят, ну танки сами, я кто и вам танки не выбью, на самом деле. Не так просто. Ну вообще можно, но это, блин, бесполезно. Право мясо, да. Блядь, у меня корнет с метисом, ну, с залагом в один отряд.
Ну да, его сломали просто, да. Я не зря, чисто это. Какая? Блять. Ну блять, я понимаю. План, планов, тяжело, что блять залак, залак. Корнет стал вместе с этим. Что у меня процессор какой-то, блядь, очень слабый. Хотя он давно чистит. Да ну я тупой, чё, мне настолько жалко, хоть у меня есть типа денег, чтобы купить на норм ПК, но я жадный его очень. Это... Да, купи просто дешевый пульс. Ты так и сделай, наверное. Вау! Откуда это он кинул этот кабель-то? Я что-то из самолета даже не видел на миникарте. Такое ощущение, что тут это ИГИЛ, блядь, с космоса бомбят. Да нет, это 35-й был. Нет, все против бедного маленького района. Будет исполнено! Я его радаром бука отогнал, он ушел. Хороший бук, красиво сгорел бука. Мужики, а этого мужика можно утихомирить? Так, у меня ракета в него пошла, но не навелась. Вроде бы универсальное средство поражения, блядь. Что-то мне не хватает. Ребят, скоро град будет направо или на центр. Там на центр какая-то очень большая хуйня полетела, очень опасно будет еще. Давай, я сбил тебя, ну. Блядь. Бля, я опять ему в отряд отменилась. Пизда в шумсти. Я должен сбить его. И я сбил его на аэродроме. Да? Да! Пошел нахер. Он на аэродроме бахнулся. Я тащу П-37 у Асус, будет легче. Ну если не будет проезда, этот Ревенч, я тебе могу дать два, только куда? Метку дай. Блин, еще один самолет, у меня одна ракета есть. Это РВВ. Нет, Санчес, я не ориентируюсь в пространстве. О, Санчес, ты понагнул авиацию. Че? Сбил. Сбил? Ты или я? Я не понял. Ты сбил. Да ладно. А ты его видишь, что ли? Даже...